Часть вторая. Переходим на газ. Видео будет длинным. Подробный инструкция, обзор, как у меня работает на баллоне газовом и на природном газе. Сразу оговорюсь, что мне больше понравилось на природном газе, потому что там идет свое давление, никаких редукторов не надо, и сложных регулировок тоже не надо. Запустим на природном газе. Я вот сейчас вам покажу. Отключу я шлангочку. Вот. Там подключенный шланг. Вот этот поворот выставил на природный газ. Сейчас пойдем краник откроем. Вот открываем. Ставим в среднее положение. Ну и засекем, сколько он использует газа. Так. Вот я. Подключаем. Ну и проверим на ней, сколько будет потреблять в течение часа. Слышно, как изменил звук. Прошел час. Сейчас посмотрим, сколько он скушал природного газа. Переведем на баллонный газ. Но с баллонным газом лично у меня не так все просто. Вот у меня здесь есть такой редуктор. Вот. Шлангочка отключена. В этом оранжевый переключатель, повернутый в положение баллон, как положено, заводится не так просто. Краник нужно, я не знаю, как с обычной жабкой, у меня нет обычной жабки, но здесь я перекрываю краник, постепенно открываю, потому что когда я подаю на него, он не заводится. Конечно, нужно на бензине заводить и в процессе добавлять, то это, наверное, правильней. Ну, у меня нету бензина. Закончился в бане, в баке бензин. Вот, я сейчас поставлю на штатив и все это дело продемонстрирую. Вот у меня там 1,5 киловатта. И это 1,5 киловатта. Нет, 2 киловатта. И там типа 2 киловатта. Ну, они не выдают. Так, вот. Зашипел. Сейчас попробуем. Вот при малейшем повороте краника стрелка там не изменяется. Чуть-чуть только добавляю, и идет обогащение. Сейчас попробуем с нагрузкой. Так, включаю 1,5 киловатта.
Добавляем. 2200 будет. Напряжение держит. О, выбивает нагрузка. Ничего себе. Держал он там 2 киловатта. Но если считать, здесь киловатт. Вот. Стала нагрузка выбивать. Защита, то есть. Короче, максимум 2,8 киловатта. Это максимальная его мощность. Ну, надеюсь, я проверял. Насос запускает, холодильник запускает по отдельности. Одно, все вместе оно не будет включаться. Ну вот как резервное для освещения, для там печку, предотопленный котел. Все это будет держать. Ну, мои выводы. Обычный китайский генератор. Никто не сомневался. Обмотка медная. Вот, для домашнего использования пойдет. Конечно, никаких там 3500 нету. Номинальных 3 киловатта тоже нет. До встречи. Всем пока.